все эти стихотворения я посвящаю своему духовному отцу. Коли я стала спілкуватися з ним, прийшло велике натхнення. В прошлому році його не стало. Другий вірш «Звізда Востока». Звезда Востока взошла, засияла светом прекрасным, указала путь мудрецам, откровением тайным, негласным. Узнали, где чудо искать. В простых деревенских яслях склонилась кроткая мать над этим комочком счастья. Лежало дитя, как хлеб. Для робких овец, что рядом, короны и мантии нет, лишь золото, смирна и ладан. И знала Мария, что он небесным отцом послан открыться чистым сердцам, в них чтобы был осознан пришедший в земной плоти, не вида там, ни величия, открылся, как Божий Сын, и не было в нем отличия. Показал смирение путь. Восхищен был феерично, отверз, в чем достоинство, суть, спасителем став для нас личным.